Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Михаленко. И сегодня, 26 ноября 2023 года, обещают самый мощнейший шторм за последние, наверное, 100 лет. Потому что волны будут достигать 8 метров. Вы представляете вообще, что это такое будет? Я выехал, чтобы вам показать этот шторм, чтобы его максимально подробно запечатлеть. Я надеюсь, что сильных последствий никаких не последует после него, но посмотрим, буду все показывать как есть. Едем мы в сторону города Севастополь, потому что эпицентр этого урагана где-то в той стороне, в море начинается, и волны будут двигаться, получается, с той стороны, в сторону Севастополя, в сторону вот южного берега Крыма. В общем, с вас, как всегда, огромный палец вверх, напишите свой комментарий, ну а мы с вами начинаем, погнали! Стою я прямо сейчас на скале под названием Ифигения, интересное такое название, и с нее открываются потрясающие виды. Посмотрите вверх на горы, какой там туман, какие тучи. Еще вот такая церковь красивая здесь стоит, с таким прекраснейшим видом. Это, друзья, южный берег Крыма. Сейчас покажу вам, на море уже начинается волнение. Шторм сегодня начнется в 3 часа дня, но максимальный пик волны будет в 9, ну, с 9 часов вечера начинается. Не знаю, как я ночью буду снимать, будет ли что-нибудь видно, но надеюсь, что все у нас получится. Но уже море выглядит таким серым, таким грозным. И как мы видим, у берега уже такая приличная волна. Видите, вот это все белое, это волна разбивается об камни и образуется вот такая вот белая пена. Море, конечно, шикарно. Сейчас покажу вам с этой стороны цвет такой красивый, лазурный прям. Но это у берега, а чуть дальше посмотришь, там прям такой серый, страшный. Вот, друзья, посмотрите на этот цвет, как разделяется цвет моря. Здесь почему-то он такой лазурный, как будто лето, летний. А вдалеке серый, грозный. Хотя небо сегодня все такое серое, пасмурное. Еще обещают сильные потоки ветра до 40 метров в секунду. Вы представляете, с какой силой будет бить волна? Очень надеюсь, что набережная Севастополя не разрушится, что она переживет сегодняшний ураган, потому что именно сила шторма будет бить прямо в ту сторону. Так, ну, показываю вам море, друзья. Ну, море прям очень красивого цвета. Мы сейчас еще планируем спуститься сюда, на набережную, показать вам чуть поближе. И уже потом отправляться в сам Севастополь, смотреть, что там. Хотим посетить Херсонесский маяк, со стороны вам его показать. Ну и все, что будет там на пути, нам интересно встречаться. Посмотрите, где люди живут. Как круто, прям на берегу моря. Ты вышел, пошел купаться на свой пляжик. Красота. Ну, и вот такой здесь берег. Так, давайте еще покажу вам вид на горы, потому что, ну, горы сегодня тоже. И море красивое, и горы такие красивые. Хоть, несмотря на то, что пасмурная вот такая погода, все прям выглядит очень круто. Вот, взгляните на горы, друзья. Сказка просто, там такие облака и серые какие-то, вон я вижу такого темного цвета, наверное, дождевые. И белые вон летают. А какая здесь природа? Сосны, кипарисы, фисташка туполистная. Чего здесь только не встретишь. Дубы вот желтые стоят. Красота! Прекрасные места, прекраснейшая природа. Ну, и я рад, что мы начинаем прям уже с первых секунд с такой красоты. Так, давайте еще отсюда немножко. Камни, конечно, очень скользкие. Близко к краю особо стараюсь не подходить сегодня. Так, ну что, поехали поближе к морю спустимся, посмотрим на море поближе. И потом уже будем выдвигаться в город-герой Севастополь. Так, друзья, мы переместились в поселок Фарос. Сейчас пройдемся немного по Фаросскому парку и быстренько отправимся к морю посмотреть на волну. Я вот уже здесь иду в парк и слышу, как там шумит море. Волна только начинает усиливаться, и с каждым часом она будет становиться все больше, больше и больше. Но посмотрим, насколько мощный сегодня будет шторм. Неужели будет мощнее, чем тот, который мы снимали вот на днях в Утесе? Мне кажется, то был самый большой шторм. Но по прогнозам говорят, что прям сегодня вообще такого 100 лет не было якобы. Еще его назвали шторм столетия сегодняшний.
ураган, так называемый в Крыму. Ну, посмотрим, что из этого получится. Я, конечно, очень, друзья, переживаю уже за все эти набережные, потому что, не дай бог, все разрушится, потом сколько это времени восстанавливать придется. Надеюсь, что таких тяжелых последствий не будет, что все сохранится. Ну, буду держать вас в курсе. Обязательно, те, кто еще не подписан, подпишитесь на канал, потому что я буду показывать и зимний Крым, и весенний, и летний. В общем, в любое время года, любые места, все это я вам обязательно покажу. Так, я сейчас хотел сходить до бассейна с рыбками для начала, а потом уже отправиться к морю. Фаровский парк, друзья, это, можно сказать, местная достопримечательность, потому что здесь высажено тоже очень много растений. Он безумно красивый, но сами видите, как здесь шикарно, даже вот в такую пасмурную погоду, как здесь все зелено. Очень много вечно зеленых растений. Ну, прекрасный парк для прогулок. Он открыт абсолютно бесплатно, любой желающий может его посетить любое время года. Поэтому будете проезжать мимо, то обязательно сюда заедьте, полюбуйтесь этой красотой. Так, ну а мы сейчас с вами дойдем до этих озер, в которых живут декоративные карпы. Я вам их сейчас тоже обязательно покажу, если найду. Мне кажется, я уже прошел эти озера. Нужно было сверху заходить, со стороны парковки. А потом с вами отправимся уже к морю. Как же оно там шумит сегодня. Действительно, шторм столетия. Так, вроде бы сюда поворачивать, до этих озер, если я не ошибаюсь. Нашел я эти озера в парке. Рыбок, к сожалению, не вижу. Возможно, они попрятались, потому что уже холодает. Не знаю, пока ни одной рыбки не заметил. Я помню, что их здесь было прям очень много. Именно в этих озерах. Так, ну сейчас немножко посмотрим поближе. А, вот они все, видите, красненькие. Как будто листья с дерева упали на дно. Вот это все красное, это рыбки. Карпы. Если вы так сделаете, они должны приплыть. Ага, мне кажется, им все равно. А нет, вот, немножко приплыли, стягиваются в кучку. Вон вообще огромный по дну плывет карп. Ладно, пойдемте теперь от этих озер вниз к морю, потому что, ну, там что-то прям действительно стихия разгулялась. Я слышу, такой шум сюда доносится. Не знаю, вам по камере он слышен или нет. Прям такой гул идет от моря. Так, вот такой парк красивый. Уточки вон даже плавают здесь. Мостик. Кувшинки, либо лотос тут растет. Там как-то он отличается, лотос от кувшинки, по листу. Один растет над водой, другой прям на воде. Вот так у него плоский лепесток. Эксперты по лотосам, а ну-ка напишите, что это у нас, лотос или кувшинка. Ну, друзья, парк действительно шикарный. К сожалению, сейчас нет у нас времени его долго показывать. Хочется здесь бродить целый день, а здесь можно реально побродить просто целый день, чтобы его нормально показать. Но сегодня мы приехали сюда ради шторма, чтобы посмотреть на мощнейший шторм в Крыму. Но у нас еще время есть, потому что с 3 часов дня, еще разочек напомню, начинаются максимальные волны в Севастополе. Вот как раз на них мы и должны приехать, посмотреть. Пальмы вот. Так, ну ветер вот тоже уже по чуть-чуть начинает. Обещали прям сильнейшие порывы на сегодня. Поэтому, возможно, дальше вы меня уже слышать не будете, когда мы дойдем до Севастополя. Потому что сильный ветер, если будет, он не даст мне просто записать видеоролик. Со звуком, по крайней мере. А без звука мы по-любому запишем. Так, а где здесь спуск к морю? Я уж что-то уже не припомню. Давайте сюда пойдем. Пойдемте на шум воды. Ага, вот пляж отмечен. Так, друзья, вот прислушайтесь. Не знаю, просто микрофон прям у меня перед ртом, он хорошо записывает. А если дальние такие звуки, не знаю, запишет, не запишет, звуки шторма. Я, кстати, в Фаросе только один раз был во время шторма. Но это такой был легкий шторм, не как сейчас. Видите, здесь еще осень в парке. Деревья с желтой листвой. Сказка. А я уже успел снять видеоролик с первым снегом в Крыму.
где чуть не умер от холода. Видите, возле моря температура сейчас плюс 9 градусов. Конкретно в Форосе на машине у нас показывало. Но к вечеру обещают резкое похолодание, поэтому возможен даже снег с дождем. Будем ждать. На Эпетре бы поехать во время снега. Но на легковой машине это опасно, потому что мы заедем, снег выпадет, появится гололед, и потом уже оттуда не съехать, придется МЧС вызывать. А зачем лишний раз тревожить МЧС? Так, друзья, где это море? Уже хочется полюбоваться. Здесь тоже озеро. Друзья, это что-то невероятное. Цвет воды такой, такая волна в Форосе. Как же красиво! Я хотел по этому бетону пройти сначала, но думаю, рисковать не буду. Отсюда тоже полюбуемся. Вот это да! Вот это, конечно, стихия сегодня бушует. Представляете, в Форосе такой сейчас шторм. Что же будет дальше, когда поднимется волна в 3 часа? Боюсь представить. Но здесь именно вода, потому что на дне галька, камни, вода прозрачная, такого лазурного цвета получается. И за счет этого она такая светлая и прям очень красивая. Так. Вот сейчас будет красота. Ну, в этом году я штормов уже вдоволь наснимался. Ой-ой-ой, друзья, как же сказочно все это смотрится. Вы не представляете. Так, сейчас еще с вами пойдем на набережную, пройдемся. Хочу прямо на ту сторону дойти, до тех камней, посмотреть, что там. Вот так выглядит сейчас пляж в Форосе. Но море красивого цвета. Ну все, опять у нас шторм начался. Ой, друзья, какая волна была. Сейчас занесли там вторая, смотрите. Видите, выше кафешек вода подлетает. Но я напоминаю, что это только начало сегодняшнего шторма. Море только вот-вот начинает бушевать. Поэтому все самое интересное, самые большие волны, они будут нас ждать впереди. Вода доходит просто, видите, до кафешки аж. Друзья, вот это кадры. Ладно, пойдемте по набережной пройдемся. Вот это волны, друзья. Это, если что, центральный пляж Фароса. И набережная его. Да, страшно подумать, что будет потом, когда все это усилится раза в 3-4. Я прям хочу на этот камешек зайти, с него ракурс вам показать на море. Такое уже зимнее, друзья, море. Цвет прям зимний. Видно, что вода остыла, холодная. Очень красиво. Вон вдалеке там волны бетон разбиваются. Мы еще туда сегодня тоже вернемся. Сейчас сначала до камней дойдем. Конец набережной. Да, на шторм я могу действительно смотреть часами. Ой, вон большая волна, может даже до набережной достанет. Ну, достали брызги до набережной, за ней еще одна громадная. Давай! Ой, друзья, прямо на набережную вода залетает.
Да, жутко аж становится от такой мощи моря. Шторм это настолько красиво, не хватит никаких слов описать вам, друзья, эту красоту, это буйство стихии. Видите, что там на бетоне происходит? Волны реально выше зданий подлетают. Но для начала посмотрим эту часть набережной и сразу отправляемся туда, к бетону, поснимать высокие уже волны. Ой-ой-ой, камера, вот, друзья, камера вообще не передает размер волны. Не знаю, почему так, но вживую это прям страшно за этим наблюдать. Какая зелень на фоне, какие горы, Фарозский Кан впереди возвышается. Вот это кадры с такой красотой у нас. С такой мощью. Так, ну мы выходим на конец набережной же. Вон там вообще какие-то цунами идут. Девятый вал. Но здесь камни спасают набережную. То есть, видите, снизу в море камни, но волна прям серьезная такая. О, как красиво было. Немного поднялся, показать вам с высоты море сегодняшнее. Так, давайте сюда к краю пойдем. Немножко спрячемся от ветра. Топ дует прям в микрофон. И цвет такой красивый у моря. О, смотрите вдали, какие волны. Все, я срочно бегу туда снимать. Ух, ё-моё, вы видели? Вон что там, смотрите в ту точку, что там творится. Но виды тоже потрясающие. Скалы, сосновый вот этот парк. Море такое. Кадры на миллион. Я просто не могу не снимать эту мощь. Возможно, у нас сегодня даже исторические кадры с таким штормом в этих местах. Вы видите, что вообще происходит? Ой-ой-ой, бедная там кафешка стоит. Надеюсь, не смоет ее. Или пройдемся по нижней набережной. Тогда точно нас смоет в море. Так, ну я иду в сторону той кафешки, там, где была прям огромнейшая волна, которая высоко так подлетает в воздух. Чтобы показать шторм вам, кто, если не мы, так сказать. Так, ну, идемте. Пляж закрыт. Спасение и медицинская помощь не обеспечивается. Я думаю, вряд ли найдется человек, который сейчас захотел бы искупаться в море. Потому что с такого моря уже не выйдешь. Море почти достало меня. Но не в этот раз. О, а вон кого-то достало, друзья, как меня. В прошлый раз в утёсе. Так, а как мне сейчас здесь проходить? В объектив летят микрокапли. Так, ну быстро пробегаем, пока нет волны. Небольшой дождик только. Ай-яй-яй. Да, жесть. Вон куда мы идем. Ловить девятый вал сегодня будем. Море! Ё-моё, блин, я аж испугался.
Думал, что-то падает. Это галька по перилам стучит так. Друзья, наслаждайтесь красотой по ту сторону экрана, потому что такое бывает, ну, прям очень редко, такое море. Добрался я на эту сторону. Вот, друзья, впереди стоят люди. И сравните, какая волна по сравнению с людьми. Вон идет, что там за цунами идет? Сейчас будет, друзья, ждем. Хочу на фоне людей подснять. Но здесь, конечно, и ветер начинается. Так, ну, давай, море, мы ждем. Так, не уходите, мне нужны кадры такие. Ладно, давайте сами подойдем. Там, друзья, видите, памятник стоит. Это не человек, если вдруг что. Вот это, конечно, кайф. Вот это море сегодня бушует нереально. Вы понимаете, вода подлетает метров на 20, если не выше. Только не намочи меня, пожалуйста. Давай. Ой-ой-ой-ой, друзья. Эпические кадры. С такой волной, с таким волнением моря. Бедный памятник, как его там не смыло от такой волны. Так, ну я знаю, сейчас найдутся комментаторы, которые напишут, разве это шторм? Но, друзья, напоминаю, что камера не передает вам ни размеров, ничего, волны. Это реально очень сильный шторм, самый мощный, который был за последние то ли 80, то ли 100 лет в Крыму. И это только он начинается. Еще нет максимальной волны, которая должна сегодня быть по 8 метров. От которой, боюсь, реально набережные могут пострадать. Это так, только начало. Отходим. Это только начало. Ой-ой-ой-ой, какая мощь. Какие мощные удары. Вон там за вот этой волной что-то громадное идет. Смотрите туда в море, оно ж черного цвета. Давай. Вот это да. Девушку немного намочила со спины, стоя здесь на набережной. Так, ух. Друзья, лайк ролику, что поставили. Такую непогоду выехал снимать, такой ролик для вас. Ой-ой-ой-ой-ой. И сейчас еще будет мощнейший удар. Я не знаю, нам здесь можно целый час мне стоять и снимать, потому что мне прям так нравится смотреть на эти волны. Ох, ой-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 ой. Почти на меня попало. Ну, вы сами видите, насколько море сегодня мощное. Так, ну что, я предлагаю нам еще подняться на смотровую площадку. С нее посмотреть и потом уже ехать в Севастополь. Так, друзья, ветер немножко поменял сторону, в которую дует. И сейчас начался прям сюда в бетон бить. Посмотрите. Камера, не умирай, пожалуйста, живи, не промокай. Нам сегодня еще очень нужна. Давай! Немного намокли.
Ой, друзья, вон идет. Смотрите на это. Реально волна увеличивается. Ну что, как вам сегодняшний мегашторм в Крыму? Красиво как. Наслаждаемся красотой шторма, красотой стихии сегодня по полной. Ой, вон идет, вот наша волна. Давай. Нет, слабенько будь, за ней. Ой, там сейчас что-то вообще будет. Волны, друзья. Так, друзья, немного приблизил, чтобы показать вам волны поближе, чтобы вы рассмотрели хотя бы море бушующее. Ё-моё, какой ветер холодный. Чайка сейчас собьет волной. Вот сегодня море такое грозное, вдалеке прям действительно черного цвета аж. Ну что, мы, наверное, погнали, друзья, в Севастополь. Сейчас посмотрите, какой шторм там будет. Ну, ночью, наверное, еще на ночную набережную в Ялте заедем. Посмотрим, что там будет. В общем, нужно максимально сегодня все объездить, поснимать, показать вам. О-хо-хо-хо-хо. Мощь какая. Вот сейчас будет жесткий удар. Так, ну все, погнали в Севастополь. А, я уже забыл про смотровую площадку. Сейчас на смотровую, а потом уже в Севастополь поедем. Ладно, еще одна волна. Вон она идет. И едем. Давай! Ух ты! Ё-моё! Ух ты, друзья! Ой, там идет вон 9-й вал, похоже. Не знаю, дойдет ли он до берега. Смотри, сейчас скала под водой скроется. Вон она впереди. Сейчас дойдет. Thank you.
Мощно. Ходим. Прям сюда, друзья, вода аж залетела. Море так и хочет меня искупать сегодня. Тут прям в парке, друзья, есть смотровая площадка перед санаторием Форос. Вот так она выглядит. И мы как будто сейчас над морем будем. Сейчас будем смотреть на эту красоту. Там-та-дам-та-дам! Взгляните. Вы только взгляните на это буйство. Как же красиво! Вот это штормит! Через солнце сейчас выйдет, может быть. Так, давайте на эту сторону вас перенесу. О, друзья. Ну, здесь прям ветрено очень сильно. Ветер нереальный тоже. Кадры, как всегда, у нас топовые. Так, ну что, я предлагаю нам ехать в Севастополь, посмотреть, что там. Обратно будем тоже, друзья, домой возвращаться по южному берегу Крыма. Я думаю, еще на вечернюю набережную Ялты теперь попасть. Потому что пик будет ночью, в принципе, там хорошо подсвечивается. И, возможно, тоже снимем огромные волны в Ялте. Грозное черное море сегодня. Вот сегодня нет желания на бун зайти мне, потому что бун под водой полностью. Друзья, по пути решили заехать на мыс Фиолент. Посмотрите, какой здесь ветер. Здесь реально уже все 40 метров в секунду. Ветер просто ураганный. Сейчас хочу показать вам гроть Дианы, потому что во время мощнейшего шторма в Крыму он должен выглядеть просто невероятно. Мы прямо на смотровую площадочку сейчас зайдем. Видите, сюда тоже приходят люди, чтобы посмотреть на величие природы, на ее буйство. И сейчас я вам тоже покажу. Это вот такая здесь прекрасная смотровая площадка. Ой-ой-ой-ой, какой крутой вид. И какой ветер, вы сами видите. Если меня не будет слышно, ну уж извиняйте, тут я ничего не сделаю. Вот он, друзья, грот Дианы. Выглядит, ну просто... Ё-моё! Близко сюда не подходить, потому что потоки ветра снизу и так вверх прям бьют. Выглядит очень круто. Давайте на море посмотрим с высоты. Волны гигантских размеров, друзья. Уже... Ну, смотрите, какой цвет у моря красивый. Ё-моё, ветер. Я не могу близко подойти, ветер просто говорить даже не дает мне. Ой. Но такую красоту я должен вам показать хоть немного. Ё-моё, да так, друзья, давайте отсюда буду показывать вам грот Дианы. Просто потрясающее место. Море сегодня штормит, так штормит. Смотрите, какие волны в море. Там реально по 5, по 6 метров уже. Близко к краю не подойти, но сносит с ног. Нужно вот так стоять и не шевелиться. Красота! Вот наверху домики, друзья, видите? С таким видом. О, еще солнце подсветило. Посмотрите, как красиво. Я вообще говорить не могу. Сейчас постараюсь на телефон приблизить.
уверен, что меня будете слышать. Друзья, вы меня, скорее всего, не услышите, но это очень красиво. Ой, держу камеру, телефон. Снимать просто нереально при таком ветре. Порывы реально очень огромные. Не знаю, как их измерить можно, но это сумасшедший ветер. Ё-моё! С ног сдувает просто! Друзья, сумасшедшие кадры! Я сейчас еще хочу немного вниз спуститься по лесенке в сторону грота Дианы, показать вам чуть поближе. Надеюсь, там не будет такого ветра. Но ветер просто сумасшедший. Я не знаю, как вам это все передать. И даже вот говорить трудно. Все, пойдемте пониже спускаться. Ё-моё! Просто сносит. Чтобы вы понимали, какой ветер. Все, идемте вниз. Друзья, это самый сильный ветер, наверное, в моей жизни. Надеюсь, вы меня там хоть немного слышите. Я сейчас немного постараюсь спуститься по лесенке. А где спуск? Я прошел спуск, идем обратно. До грота Дианы, друзья. Чтобы показать вам вот этот крутейший вид. Пойдемте вниз. Жесть, что творится. Реально настоящий ураган. Все, сейчас в зону ветра заходим. Ё-моё! Друзья, ну и ветрище сегодня. Сейчас на нижнюю смотровую иду, чтобы показать вам вид сбоку на эту скалу. Вид, ну, просто сумасшедший. Такие красоты сегодня снимаем с вами. Бежим! Почти добежали. Да, друзья. Вот это мы, конечно, сегодня попали в очень красивое местечко. Бедный котейка здесь вон сидит. Ты что домой не ушел? Но здесь хотя бы не ветрено у тебя. С таким прикольным черным носиком. Так, ну и что? Солнце вышло, вообще топ. Смотрите, что там творится с морем. Скорее! Ну что? Выходим на нижнюю смотровую. Вот это да! Вот это кадры! Вот это шторм сегодня на море! Что-то нереальное! Все, друзья, вниз спускаться уже дальше не буду, потому что мы сейчас еще на маяк хотим попасть, на Херсонесский. Вот она лесенка, видите, пошла. Там на пляж не спуститься, пляж под водой полностью. Волны огромного размера. Ну, максимум пик шторма будет сегодня в 9 вечера. Жаль, что темно будет и ничего не подснимешь. Но сейчас уже реально гигантские просто волнищи. Красота. Это просто шторм века. Ой, друзья, какие волны. Жаль, камера вам не передает этот масштаб. Это просто не писать никакими словами. Вот он, кстати, пляж. Здесь где-то был раньше. Полностью все смыло, что там было. Все постройки. Жесть, конечно. Когда-то я через этот проход на соборде проходил. Сейчас там просто какая-то буря. Посмотрите, в проход сам. Волны там. Огромный. Не хотел бы я сейчас вот там очутиться. Просто жесть. Других слов тут и не подобрать. Штормит не по-детски. Ой-ой-ой, друзья, и холодно. Так, ладно.
погнали на Херсонесский маяк, а потом в Артбухту, к памятнику затопленным кораблям. Будем все места сегодня смотреть. Да, друзья, такого шторма я точно еще никогда не видел. Это что-то прям нереальное. Все, я быстренько выбегаю по этой лесенке обратно. И у нас уже скоро закат солнца. Но, возможно, заката не будет. А может быть и будет. Но мы должны за это время успеть добраться до маяка хотя бы. Фу, у меня уже сил нету. Как идти дальше? Посмотрите, что за моей спиной. Насколько волны огромные. Реально шторм века сегодня. Таких штормов я еще никогда в жизни не видел. Блин, еще немножко. У меня уже сил не хватает. Эти лесенки фиолента, по которым нужно подниматься. Ладно, выключаюсь. Гоним на маяк. Все, погнали на маяк. Еще пару секунд покажу эту красоту. И идем дальше. Ой-ой-ой, я не могу подниматься, сил вообще уже нету. Кадры на миллион сегодня. Да, море разыгралось не на шутку. Фу, вот это да. Красота. Творится какая-то жесть, людей сносит буквально с ног. Таких штормов еще реально не было. Мы доехали до Херсонесского маяка. Видите, все прячутся. Сейчас будем маяк снимать с вами. Но для начала закат на море во время шторма. Ё-моё! Реально сносит с ног. Посмотрите, какие порывы ветреные. Какой красивый сегодня шторм! Друзья, камеру невозможно даже удержать!
Я не знаю, как мне снимать. Вот он, маяк. Я его приблизить сейчас еще постараюсь. Красота просто сумасшедшая. Ох, ё-моё. Вот это да. Вот это волны. Вот это шторм. Ой-ой-ой, друзья, еще и на закате. Такая красота у нас. Нет, друзья, на телефон никак не снять. Он так шатается, что никакая стабилизация не спасет. От такой волны, от такого урагана. Ё-моё. К берегу очень опасно подходить, потому что, видите, все обрушается. Я таких волн реально не видел еще. И такого ветра. Надеюсь, в телефоне разобьется. Порывы сумасшедшие. Блин! Друзья, жесть, что творится. Не знаю, как там будет видно, слышно. Телефон в руке удержать невозможно. Установил его на столбик. Пока так снимаем. Конечно, ураганы, волны огромные. Вот факт. Вот как не шатается.
друзья, что здесь творится? С ума сойти! Люди, главное, тоже все приехали, севастопольцы, посмотреть на этот шторм. Я просто не могу идти. Надеюсь, там слышно что-нибудь. Это какая-то жесть. Я полностью промок. Но иду к морю. Посмотрите, что творится. Какой, друзья, ураган. Сумасшедший. Это просто жесть. Я хочу туда поближе к обрыву подойти, но боюсь, что снести может. Метров по 6 уже реально в море. Дождь, морской дождь. Ну что, друзья, мы уже добрались до Севастополя. Здесь, как видим, сильный ветер оборвал гирлянду, к сожалению. Я буду двигаться в сторону памятника затопленным кораблям. Хочу посмотреть, есть ли там шторм. Ну и, кстати, машину прямо под деревьями в такое время опасно парковать, потому что могут срываться ветки. Вот одна ветка, как мы видим, обломилась. Я уже посмотрел по новостям, во многих городах Крыма там порушились деревья. В общем, ураган сегодня рассердился не на шутку, я вам скажу. Я сейчас весь мокрый после съемок берега. Но что поделать? Пойдемте с вами снимать памятник. Может, на набережную спустимся? Либо по парку пройдемся. Давайте, наверное, на набережную пойдем. Мне это напоминает, когда мы, помните, год назад, либо два года назад ураган в Ялте снимали, когда был жуткий ветер, но только шторма вроде бы на море сильного не было. Вот приблизительно то же самое, друзья. Ох, как я промерз. Ощущение, как будто я сейчас на ту гору поднимаюсь, на Чаттердак, когда снег был. Ой-ой-ой, ветер завывает, просто все деревья шатаются. Не знаю, вывезет ли камера в такой освещенности, надеюсь, что да. Ой-ой-ой-ой. Так, ну, мы уже вроде бы подходим. Ну что, мы уже подходим, друзья, к памятнику. Конечно, ветерок, посмотрите какой. Ё-моё. Не знаю, есть ли тут вообще шторм, но уже ночь, друзья. Наверное, в Ялту уже не поедем, очень долго по времени будет. Но завтра будем смотреть в новостях последствия шторма. Либо уже сегодня вечером. Нет, здесь ветер с другой стороны, шторма нет, да? Но шторм небольшой. Вот он, друзья, памятник. Ага, вам ничего не видно, только в камере. Сейчас поближе подойду. Ё-моё, холодно. Ну, люди, видите, собрались, там что-то фоткают волны. Нужно было ехать к маяку. Вот там были волны.
Да, друзья, слишком темно, не будет видно вам. Но я сейчас, насколько смогу, подойду. Ага, вот тут уже, друзья, набережную немного разбило. Возле памятника плитка вон. Ну, надеюсь, вам видно, вот море стоит стало. Памятник затопленным кораблям. Но здесь всегда, друзья, не обращайте внимания, здесь набережную восстанавливают очень быстро, потому что каждый практически шторм ее тут разбивает. Ну а такой мощный, как сегодня, ой, там волна идет. Я сейчас делаю фотки ВКонтакте, в группе, перейдите по ссылочке в закрепленном комментарии, либо в мой Телеграм. Там будут фотки, там будет хорошо прям видно вот волны и этот памятник, потому что я буду на большой выдержке фотографировать. Так, поднялся чуть повыше, чтобы, друзья, вам было лучше видно. Вот так это сейчас выглядит. Но тоже, видите, начинается шторм уже такой приличный здесь. Максимум обещают в 9 часов вечера, говорят, волна поднимется очень сильная. А сейчас только, чтобы вы понимали, 6 часов вечера, уже так темно в Крыму. У меня рука дрожит от холода и от ветра. Так, у меня еще подарок нужно передать. Вот человек на стриме, который выиграл, друзья, один человек, это был из Севастополя. Сейчас повезу ему подарок отдавать. А двум женщинам, которые тоже победили, я им уже с Деком вчера еще отправил. Так, нашел для вас способ снять все это в темноте. Вот так сейчас выглядит этот памятник, друзья. Надеюсь, вам там хорошо прям будет видно. Ой-ой-ой, руки уже... Температура опустилась, наверное, градусов до 5. Руки замерзают этого холодного ветра. Ну, здесь, видите, волна не особо большая. Ну вот, видите, набережная чуть... Плитка разбита. Ветер, остановись, пожалуйста. Ну что, друзья, вот и подошло к концу наше видео. Надеюсь, вам сегодня было интересно путешествовать со мной по Крыму, посмотреть на этот мега шторм. Волны, конечно, огромные, но ночью будут максимальные волны. Обязательно поддержите этот видеоролик лайком, напишите свой комментарий и подпишитесь на канал, потому что я буду показывать вам зимний Крым. Думаю, вам будет максимально интересно посмотреть, что здесь творится зимой. С вами был я, Александр Михаленко. Встречаемся уже совсем скоро в новом видеоролике. Ну а пока по ссылочке в закрепленном комментарии подпишитесь на мой телеграм-канал. Там уже опубликованы фоточки сегодняшнего дня со штормом. Все, всем пока. Друзья, только вернулся домой. Уже ночь, на улице дичайший ветер. На трассе Таврида снегопад был. Уже не стал снимать, быстро домой, чтобы доехать. В общем, надеюсь, что этот ураган обойдется без жертв, самое главное. Но последствия урагана, я думаю, что все восстановят. В Крыму это быстро делают. Но это был какой-то трэш. Где моя Мусечка? Скорее, Муся, ты где? Муся? Муся, моя хорошая Мусечка. Ой, соскучилась по мне? Так, стой. Муська, я же тебя снимаю. Соскучилась? Моя Мусечка. Так, еда? Еда вроде еще есть. Ай! Муська, соскучилась? Или ты играться хочешь? Муся! Уже мурчит. Муська моя! Ну, самое главное, что в квартире тепло. Да, Муся? Все, друзья, мы с вами прощаемся. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Ой, поставьте ему большой палец вверх. Все, Муся, ты куда? Куда собралась? Все, друзья, всем пока. Не знаю, какие завтра с утра нас ждут новости, какие будут последствия. Посмотрим. Блин, знаете, что я забыл? Что у меня на балконе остались висеть вещи. А из них, ага, обувь моя хоть не улетела, валяется.
А из них ничего не осталось, кроме пары полотенец. Где? Блин, а где мои вещи? Реально, только полотенца, друзья, остались. Хотя у меня были вот эти три вешалки, полностью три нитки завешены. Так, хоть обувь занесу, пока ее не сдуло. Короче, пойду искать свои завтра футболки и штаны, которые, скорее всего, унесло штормом. Мусь, иди ко мне. Мусь, идем. Иди сюда, Мусь. Ой, куда ты? Ты бегаешь, такая резвая. Муся, я соскучился по тебе очень сильно. Муська. Все. Смотри, какая резвая. А когда с прямой эфир, она не такая. А сейчас бегает, прям так играется. Муська. Все, я дома. Идем. Ось, тебе кроссовки интереснее, чем твоя игрушка. Все, друзья, всем пока.